Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева, и сейчас все о самых интересных событиях на ближайшие дни. Фестиваль архитектуры, дизайна и искусства «Владивосток Дизайн Вик» состоится на набережной Цесаревича. В течение 3 дней гостей ждет насыщенная программа. Интерьерная выставка, световая инсталляция, экспозиция мебели, предметов декора и многое другое. Также для посетителей проведут бесплатную консультацию по грамотным планировочным решениям в домах и квартирах. Начало в 10:00, вход свободный. В рамках 17-го международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» на сцене Академического театра имени Максима Горького поставят комедию по пьесе Норма Фостера «Идеальный свидетель». Пьеса о страсти, любви и верности, о том, что счастье нельзя запланировать. В ролях звезды российского театра и кино Андрей Ильин, Юлия Такшина, Павел Баршак. Начало 18:30, цена билетов от 800 до 3000 рублей. Традиционный ежегодный экстрим-фестиваль «Мосты» пройдет на набережной спортивной гавани. Помимо соревнований в спортивных дисциплинах, фестиваль включает в себя создание арт-объекта и совместную граффити-работу дальневосточных художников. Вход свободный. Горожан приглашают на акцию по очистке побережья мыса Песчаный. Место пользуется большой популярностью отдыхающих, но лишь малая часть людей увозит свой мусор с собой. Ежегодно в сентябре проводится акция по очистке побережья. И за 3 года заметен прогресс. Мусора становится меньше. Сбор у касс паромной переправы 8:00. Отправление теплохода «Пассат» в 8:30. Школа верховой езды в парке Минного городка проводит зрелищные соревнования по конному спорту. Всадники со всего Приморского края, а также гости турнира из Хабаровского края поборются за право обладания автомобилем. Участники соревнований также смогут получить звание кандидата в мастера спорта на маршруте уровня гран-при высотой 140 см. Начало в 10:00, вход свободный. Дрифт-шоу «РДС без границ» пройдет на Приморском кольце. Одиночные заезды, дрифт-парковка, дрифт-атак, парные заезды, соревнования троек. За 1 день состоится сразу 5 дрифт-турниров, в каждом из которых будет свой победитель. Начало в 11:00, стоимость билетов от 1000 до 3000 рублей. Спортивно-массовое мероприятие «Спорт у моря» состоится на центральной площади Владивостока. Массовая зарядка, флешмоб и мастер-классы от спортивных федераций Приморского края. После международного турнира на площади выступит артист популярного лейбла Black Star Донни. Начало в 10:00, вход на все события бесплатный. Концертная программа «Разрешите представить мадам Галецкая» пройдет в Приморской краевой филармонии. Данный проект состоит из 9 тематических программ. Каждая программа – это музыкальное путешествие в прошлое Владивостока. Начинается экскурсия в фойе филармонии, и далее группа проходит по зданию, делая остановки в определенных местах. Каждая из остановок сопровождается увлекательными рассказами о музыкальной культуре Владивостока конца 19-го – начала 20 века. Начало в 12:00, стоимость билетов 300 рублей. Всех, кто любит исследовать, конструировать и с пользой применять гаджеты, приглашают на мастер-классы проекта «Юный ученый». Помимо опытов и экспериментов, увлекательных командных заданий, участников ждет сборка моделей из немецкого конструктора, благодаря чему они на практике узнают, как за счет альтернативных источников энергии реализовать свои цели без ущерба для планеты. Начало в 11:00, вход свободный. На этом у меня все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках города.